На думских комиссиях сегодня рассматривался также вопрос о повышении зарплаты учителям. Она должна вырасти и достигнуть уровня среднего заработка в промышленности – 18 111 рублей. Повышение пройдет в два этапа – с 1 сентября и 1 декабря. В общей сложности на это нужно дополнительно 76 миллионов. Правительство области изыскало необходимые средства в региональном бюджете. Кроме того, с федеральным правительством региональные власти решают вопрос о выделении дополнительного финансирования на следующий год – для повышения зарплаты не только педагогам, но и другим бюджетникам. Правительство Ярославской области вносит в Думу предложение по увеличению расходов бюджета на именно эту составляющую, на выплату заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования. К данной категории относятся учителя и прочий педагогический персонал образовательных учреждений. Средняя заработная плата для учителей увеличивается с 1 сентября. Она будет рассчитываться из расчета средней заработной платы по экономике, а именно 18 111 рублей. В целом затраты бюджета на 4 месяца оставшегося года порядка 50 миллионов рублей. Плюс с 1 декабря текущего года увеличится также заработная плата остального педагогического состава общеобразовательных учреждений. Средняя зарплата по экономике он будет всегда соблюдаться по отношению к заработной плате и работе бюджетной сферы.